обсудили повышение уровня безопасности и комфортности улично-дорожной сети для водителей и пешеходов. Очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения прошло в Петропавловске под председательством главы города Константина Брызгина. Участники совещания рассмотрели более 10 вопросов, поступивших от жителей города. Комиссия собирается в этом году уже в третий раз. К третьему разу мы нашли, наверное, точки взаимодействия, то есть вопросы рассматриваются более оперативно, получается наладить какой-то механизм взаимодействия с депутатами и с общественностью. Поэтому я думаю, что это положительно отразится на качестве решений, влияющих на безопасность дорожного движения на территории Петропавловско-Камчатского городского округа, ну и на, собственно говоря, пользе этих решений для населения. На совещании обсудили тему организации пешеходных переходов на наиболее оживленных участках дорог в городе. Как выяснилось, их не всегда можно обустроить, потому что для перехода необходимо наличие тротуаров с обеих сторон. Очень много вопросов по пешеходным переходам возникает, но не всегда мы можем их обустроить, потому что для пешеходного перехода необходимо наличие подходных путей, то есть тротуаров условно с обеих сторон проезда либо автомобильной дороги. Поэтому здесь до ремонта проездов, либо до их реконструкции, обустройства тротуарами мы вынуждены отказывать жителям, хотя тоже понимаем, что пешеходные переходы в этих местах должны появиться. Рассмотрели и вопросы, касающиеся установки искусственных неровностей. Абсолютно все запросы на устройство искусственных неровностей положительно влияют на безопасность дорожного движения, но с точки зрения целесообразности, интенсивности дорожного движения на отдельных участках зачастую это не имеет смысла и нет необходимости тратить на это, опять же, средства налогоплательщиков. Поэтому в данном случае мы в некоторых ситуациях отказываем. Городские депутаты отметили, что комиссия начала активно и продуктивно работать именно под личным контролем Константина Брызгина. Все поступившие от горожан вопросы и пожелания рассматриваются своевременно. Хотелось бы подчеркнуть главный вопрос для меня сегодня был. Это пересмотр комплексный перекрестка на базу 8-го километра. Было предложено установка искусственной неровности в зоне пешеходного перехода на подъеме базы 8-го километра, на что мной было предложено пересмотреть полностью весь перекресток с возможностью организовать движение на примере перекрестка района ЦУМ. Коллеги меня поддержали. Вот, мы думаем, при благоустройстве этого участка будет комплексно этот перекресток рассмотрен, переделан для удобства жителей нашего города. Большую активность работы комиссии по безопасности движения отметили и общественники, участники заседания. Сейчас порой даже члены комиссии, они специально выезжают на место, еще раз там делают фотографии, переносят рассмотрение вопроса именно для того, чтобы учесть все нюансы и принять вот наиболее верное в существующей ситуации решение. И это очень хорошо, потому что влияние на решение комиссии оказывает, получается, и реальная обстановка, и мнение жителей. И такая тенденция, вот она прям прослеживается. Добавим, ранее мэр города и участники совещания решили, что в полном составе комиссия должна собираться не реже одного раза в 2 недели для более оперативного решения вопросов и быстрого реагирования на обращения граждан.